университете я была в тебя влюблена. Мы, кажется, не знакомы. Эмма Морли. Я тебя провожу. И что делать дальше? Мы можем быть просто друзьями. Ладно. В день своего знакомства Эмма и Декстер даже не подозревали. Еще увидимся. Конечно. Как их жизни будут пересекаться в последующие годы. Я полная неудачница. Ну, не такая уж и полная. В 25 всем непросто. Кто бы говорил? Успешный телеведущий, новая квартира. Тебе нужен отпуск. Установим правила. Правила? Я не собираюсь рисковать нашей дружбой. Отдельные спальни, никакого флирта и тем более купание нагишом. Давай! Мы с Эммой просто друзья. Ты в этом уверен? Она даже не в моем вкусе. Именно этим она мне и нравится. Вы переживете незабываемую историю, заглянув в жизнь двух людей раз в год, в каждую годовщину их знакомства. Не переключайтесь! У нас реальное ТВ! Я король телеотстоя. Но ведь король. Когда ты рядом, мне гораздо лучше. Я буду очень хорошей учительницей. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. А кто не умеет учить, катится к черту. Я очень люблю тебя, Декстер, но ты мне больше не нравишься. Ты женишься? Да. Я скучала по тебе, Декс. Я представлял свое будущее совсем иначе. И как это называется? Под мальчиком. А у тебя что? Седина от развода. Мне надо с кем-то поговорить. Нет, не с кем-то, с тобой. Она сделала тебя приличным человеком, а ты взамен сделал ее такой счастливой. Энн Хэтуэй, Джим Стёрджис. Что бы ни случилось завтра, у нас есть сегодня. Не забывай этот день. Один день.